Господин Великий Новгород. Так назвали в старину один из древнейших русских городов, первое упоминание о котором было сделано в летописи 1100 лет тому назад. Сегодня у новгородцев праздник, посвященный этой памятной дате. Гордые славные истории своего города, сыгравшего выдающуюся роль в формировании русского государства, они вправе гордиться и тем, что сумели поднять его из пепла. В годы войны гитлеровские захватчики превратили Новгород в руины. За 15 лет он пережил свое второе рождение, и теперь в нем насчитывается на 21 тысячу жителей больше, чем до войны. В день празднования 1100-летия словно все жители Новгорода и округи собрались на площади Победы.